Welcome, my dearly brothers and sisters, once again to another weekly episode of Bright Get Ready. Добро пожаловать, дорогие братья и сестры, на очередной эпизод еженедельной программы «Невеста, приготовься». I hope you remember very well our last week's lesson. Я надеюсь, вы очень хорошо запомнили урок с прошлой недели. I shared about how I saw the vision of the Lord and how the bride must get herself ready. Я рассказывал о том, как я увидел видение от Господа и о том, как должна готовиться невеста. In case you say that you have forgotten. Но если вы забыли. Why you didn't take notes? Но записывать надо. In future, for all our programs, come with your Bible and your notebook. На будущее приходите с Библией и записной книжкой. It's okay, don't worry. Но не беспокойтесь. I will show you a recap of last week. Я вам вкратце расскажу о том, что мы говорили на прошлой неделе. Huge ball of fire came out from the door and stood outside. Как через эту дверь появился огромный огненный шар, и он там остался. The glory that came out from the ball of fire brighten up the whole universe. Слава, которая светилась из этого шара, сияла из этого шара, было достаточно, чтобы сиять всю вселенную. And as I look closer into the ball of fire, внимательно присмотревшись к этому огненному шару, I saw the figure of a person within the ball of fire. Я увидел, что в нем фигура человека. And I saw closer. Я еще внимательнее присмотрелся. It was the Lord Jesus Christ. Это был Господь Иисус Христос. He was standing as a majestic, gigantic being. Он стоял там как большой мощный луч. And from his right side and from his left side stood many, many saints. И справа от него и слева от него стояли многочисленные святые. All the redeemed people from the earth. Все искупленные люди земли. And all around him stood billions and billions of angels. Вокруг него стояли миллиарды, миллиарды ангелов. So when you look at them as a complete whole, и когда начинаешь смотреть на это как на одно целое, it looked like a gigantic ball of fire. То все это выглядело похожим на огромный огненный шар. And when the light of glory shined and brightened up the universe, и когда свет славы воссиял и осветил всю вселенную, a trumpet sounded. Зазвучал звук трубы. When the trumpet sounded, когда труба вострубила, I saw the words written in the sky. Я увидел слова, написанные на небе. Time will delay no longer. Время не замедлит. I'm coming soon. Я приду скоро. And the word of the Lord came unto me saying, и слово Господне пришло ко мне, говоря, that portion is specifically for the Christians. Эти стихи, этот отрывок для христиан. The bride had made herself ready. Невеста должна приготовиться. And to those who make themselves ready, и тем, кто приготовился, only to them will the gown be given. Только им будет дано облачиться в белый весон. Then only such will be invited to the marriage supper of the Lamb. Только они будут приглашены на брачный пир Агнца. The garment, the Bible says, is clean and bright. Весон чистый и светлый, как говорит Писание. It speaks about two kinds of cleanliness. Речь идет о двух видах чистоты. Let's look at them. Давайте посмотрим на них. Firstly, clean. Во-первых, чистый. What does clean means? Что значит чистый? It refers to external cleanliness. Речь идет о внешней чистоте. It refers to the body. О теле. But I know of this other ingredient that Esther used that really made her fair and beautiful. Но я-то знаю про еще один ингредиент, который использовала Есфири, который действительно делал ее прекрасной. Do you want to know? Вы хотите знать, что это? I found out what it is. Я обнаружил, я узнал, что это такое. It is the grace and favor of God. Это благодать и милость Господа. That's the ingredient you need. Этот ингредиент нужен вам. Even though you may look dark and ugly. Даже если вы можете выглядеть таким темнокожим и некрасивым. But when that grace and favor of God rests. Но когда на вас покоится благодать и милость Божья. It will make the beholder to see you fair and beautiful. То окружающие видят вас прекрасным. So for the grace and favor of God to rest upon us. И чтобы благодать и милость Господа покоилась на нас. We must live a clean life. Нам нужно вести чистый образ жизни. When the priesthood was established by God through the prophet Moses. Когда через пророка Моисея было установлено священство. The Lord God gave clear instructions how they should function
to the prophet Moses. Господь Бог дал четкие наставления, как они должны действовать в отношении пророка Моисея. And before the priests can function or begin their ministry, прежде чем священник мог начать свое служение, the Holy Bible says in Exodus chapter 40 verse 12, Библия говорит в Исход 40:12, that they must be cleansed, что они должны быть очищены, омыты. Now that you have refreshed your memory about what we studied last week, теперь когда мы все вспомнили, о чем мы говорили на прошлой неделе, so let's look again at the subject of the bride washing herself clean to make herself ready. Давайте снова вернемся к тому, что невеста должна очиститься через омовение, чтобы приготовиться. Before the priests can minister unto God in the priest's office, прежде чем священники могли приступить к своему служению, they were required to be washed. От них требовалось омовение. Exodus chapter 40 verse 12 says. Книга Исход 40:12. The prophet Moses had them stand outside the tabernacle. Моисей попросил их остаться за пределами скинии. And by the laver of washer he had them wash. И взяв определенную емкость с водой, он омывал их. Aaron and his four sons were washed. Аарон и его четверо сыновей были омыты. And it was the prophet Moses who did that. Это сделал Моисей, пророк. And what was the purpose of being washed? В чем была цель этого омовения? So that they can minister unto God in the priest's office. Чтобы священники могли нести свое служение Богу. It was for this same reason why the Lord Jesus Christ was baptized in the water. По той же причине Иисус Христос был крещен в воде. If you look at the purpose of water baptism, если рассмотреть цель водного крещения, the prophet John the Baptist tells the people, пророк Иоанн Креститель сказал народу, repent from your sins, покайтесь в грехах ваших, and be baptized, и креститесь. And you find the same formula repeated by the apostle Peter in Acts chapter 2 verse 38. И похожую формулу повторил апостол Петр во второй главе книги Деяний апостолов в 38 стихе. And even from Romans chapter 6 we read. Также в послании к Римлянам 6 мы читаем. The act of water baptism is the after sign of what has happened inside the heart. Акт водного крещения является внешним знамением того, что происходит внутри в сердце человека. So we are washed of our sins. И мы омываем свои грехи. Now being washed in the water is an external declaration of what has happened inside. Итак, внешнее омовение является внешним проявлением того, что происходит внутри человека. I am sure you have no problem understanding that. Я уверен, что вы это прекрасно понимаете. Now comes one problem. Но есть одна проблема. This explanation is correct. Это объяснение правильное. But why did the Lord Jesus took baptism? Но почему тогда Иисус Христос принял водное крещение? According to this formula, baptism of water is an external sign of the forgiveness of sins that has taken place inside. Согласно этой формулировке, водное крещение является внешним признаком того, что происходит внутреннее прощение грехов. The Lord Jesus Christ himself declared. Сам Господь Иисус Христос провозгласил. I have not committed any sins. Я не совершил ни одного греха. And the Bible also says. Библия также говорит. In him there is no sin. В нем нет греха. He had not sinned. Он не согрешил. Why need to take baptism? Зачем тогда ему принимать водное крещение? So the baptism that the Lord Jesus took, итак, крещение, которое принял и Господь Иисус, is not for the remission of sins. Сделано не ради прощения греха. Then what was it for? Но тогда для чего же оно? When he came to the prophet John the Baptist to be baptized, когда он подошел к пророку Иоанну Крестителю, чтобы принять водное крещение, he told him, он сказал ему, let all righteousness be fulfilled by you, a prophet, baptizing me. Да исполнится всякая правда, когда ты, пророк, крестишь меня. Who is the Lord Jesus? Кто Господь Иисус? The Bible tells us. Библия говорит. He's our high priest. Он наш первосвященник. So before the high priest can do his ministry, прежде чем первосвященник должен войти в свое служение, following the pattern of what God told the prophet Moses about the priests, следуя наставлению, которое Бог дал Моисею относительно священства, the Lord Jesus now must be wash so that he can minister. Господь Иисус должен был пройти процедуру омовения, чтобы он также мог служить. There is a prophetic pattern in the Bible. Есть такой пророческий пример в Библии. That only a prophet can anoint or wash. Такой порядок, что только пророк может омывать. That is why the prophet Moses washed
the priesthood family of Aaron. Вот почему пророк Моисей омыл священническую семью Аарона. So now the Lord Jesus, the high priest, is going to begin his ministry. И теперь первосвященник Иисус мог начать свое служение. Now he must be washed. Но для этого ему нужно было пройти омовение. That is the reason he came to John the Baptist. По этой причине он пришел к Иоанну Крестителю. John the Baptist is a prophet. Иоанн Креститель – пророк. That is why he told him. Вот почему он сказал ему. Let all righteousness be fulfilled. Что надлежит исполнить всякую правду. So the Lord Jesus was washed and made ready to minister. Господь Иисус был омыт и был готов к служению. When he said, "Let all righteousness be fulfilled," и когда он сказал, да исполнится всякая правда, he was referring to the principle and the requirement that God said in Exodus chapter 29, verse 4. Он ссылался на тот принцип, это требование, которое Бог выразил в Исход 29:4. The reason is because а причина в том, a priest is going to use his hands to offer sacrifices unto God. Что священник будет использовать свои руки, чтобы приносить приношения пред Господом, жертвы. The priest is going to use his hands to light up the menorah. Священник будет своими руками зажигать минору. The priest is going to use his hands to make the bread for the table of showbread. Своими руками священник будет готовить жертву хлебную. The priest is going to use his hands to burn incense on the altar of incense. И своими руками священник будет возжигать благовоние. The priest is going to use his hands to cut the animal and offer sacrifices. Своими руками священник будет разрезать животное, резать животное, чтобы принести его в жертву. So the hands must be clean. Поэтому руки должны быть чистыми. The hands cannot be defiled. Руки должны быть неоскверненными. Bible says in Psalms 24. В 23-м псалме Библия говорит. When you come before God. Когда ты предстаешь перед Богом. Your hands must be clean. Твои руки должны быть чистыми. When you lift your hands up before God. Когда ты поднимаешь свои руки перед Богом. It must be clean. Они должны быть чистыми. It was for this reason that the two hands of the Lord Jesus were nailed. По этой причине обе руки Иисуса Христа были пригвождены. The daily washing of hands cannot cleanse our hands of the sin nature. Ежедневное омовение рук не может избавить нас от греховной природы. Once and for all, the Lord Jesus Christ took away all that sin nature from our hands. Но раз и навсегда Господь Иисус забрал, снял стигматы грехов с наших рук. That is why the Bible says. Вот почему Библия говорит. Now a way has been made open to come before the throne of grace. Теперь открыт нам путь к престолу благодати. Through the death of the Lord Jesus. Через смерть Иисуса Христа. The closed door has been opened. Закрытая дверь стала открытой. It will no more be closed again. И больше не закроется. This was demonstrated by the tearing of the temple veil when the Lord Jesus Christ died. Это было продемонстрировано, когда разорвалась завеса в храме, когда Господь Иисус умер. The temple veil, the Bible says, was torn from top to bottom. Завеса в храме, Библия говорит, разодралась сверху донизу. If I ask you to tear a curtain that is hanging from a rod. Если я вас попрошу разорвать штору, которая свисает с карниза, almost all person will hold the curtain from the bottom and then try to stretch it or cut it. То практически любой попытается разодрать ее снизу вверх, схватив ее за низ. So that is human endeavor. Такова человеческая попытка. Nobody will go to the top and tear it down. Никто не полезет наверх, чтобы рвать штору. Nobody will do that. Никто так не будет делать. No one will go and bring a ladder and climb up and cut from the top. Никому не придет в голову принести лестницу и начать рвать штору сверху вниз. But here the Bible says. Но Библия говорит здесь. It was torn from the top downwards. Что завеса в храме разодралась сверху донизу. You know what it shows? Знаете, о чем это говорит? That it is not the hand of man that made this door opened. Что эту дверь открыла не человеческая рука. It was the hand of God that tore the veil and made a way possible for people to enter into the holy place. Но рука Божья разодрала эту завесу сверху донизу, чтобы открыть путь для человека во святое святых. It is God who has torn and caused you to come and stand before him. Это Бог разодрал завесу и позволил вам предстать перед ним. That is why the Bible says. Вот почему Писание говорит. In Hebrews chapter 10. В Евреям 10. Verse 19 and 20. Стихи 19 и 20. That a way has been made possible by the veil, the body
body of the Lord Jesus Christ. Где говорится, что нам открыт путь через завесу, то есть плоть Господа Иисуса Христа. The death of the Lord Jesus Christ has permanently opened the way for us to come boldly before the throne of grace. Смерть Господа Иисуса Христа навсегда открыла для нас путь для того, чтобы мы с дерзновением приходили к престолу благодати. However, однако, every day of our lives, каждый день нашей жизни, we commit sins, мы совершаем грех, so the hands get defiled, и наши руки оскверняются, our hands get defiled with blood and dirt, наши руки оскверняются кровью и грязью, so we need daily cleansing too, нам нужно ежедневное очищение также, that is why the water is kept outside the tabernacle, вот почему вода хранится за пределами скинии, every day we wash our hands, каждый день омываем наши руки. And this spiritually signifies. И это духовно обозначает. 1 John chapter 1 verse 7 to 9 says. 1 Иоанна 1:7-9. When we humble ourselves and confess our sins to God. Когда мы смиряемся и исповедуем свои грехи перед Богом. He forgives us of all our sins. Он прощает нам все наши грехи. And holds our hands and brings us inside the holy place. Берет нас за руку и вводит нас в святое место. That is why the Bible also says. Вот почему Библия говорит. We can come boldly before the throne of grace. С дерзновением приступаем к престолу благодати. My dearly beloved brothers and sisters. Дорогие братья и сестры, возлюбленные. Every day look at your hands. Каждый день смотрите на свои руки. Hands, I don't mean just these physical hands. Я не имею в виду просто физические руки ваши. What does hands really signify? Что символизируют руки человека? The works that we do. Дела, которые мы делаем. Nobody uses the hands for nothing. Никто не использует руки для ничего не делания. Have you seen anybody just walking around straight and not using their hands for any purpose? Видели ли вы когда-нибудь человека, который ходил бы и ничего не делал своими руками? In the year 1993. В 93 году. I had been to Outer Mongolia for ministry. Я был во внешней Монголии, служил там. So the people of Mongol just had embraced the true living God. Монгольский народ только-только уверовал в истинного живого Бога. And I went to a church that is so lively. Я приехал в очень живую церковь. And there was a young woman who was standing very near to me. Там была молодая женщина, стояла недалеко от меня. When all the other young Mongols were lifting up their hands to worship God. Когда другие молодые монголы поднимали свои руки, чтобы поклониться Богу. This woman never lifted up her hands. Эта женщина никогда своих рук не поднимала. I was wondering why she doesn't lift up her hands. Мне было интересно, почему она не поднимает рук своих. The rest of the 500 to 1000 people all lifted up their hands. Другие люди, их было 500 или 1000, поднимали. But I noticed one thing. Я заметил вот что. She'll try to move her body like this. Она вот так вот делала своим телом. So I looked at her, why she's behaving very strangely. Я думал, почему она так странно себя ведет. Then after the service was over. Когда служение закончилось. I asked the pastor about this woman. Я спросил пастора об этой женщине. And his eyes were filled with tears. When he told me her story. Его глаза наполнились слезами, и он рассказал мне ее историю. This young woman went through so much of problems in her life. Эта молодая женщина через столько проблем прошла в своей жизни. She felt so betrayed by her husband. Она чувствовала себя преданной своим мужем. She decided to end her life. И она решила покончить с собой. So she jumped out from a high-rise apartment. И она спрыгнула с высокого этажа. She landed on the floor. Она приземлилась на тротуар. And she stretched out her hands to break her fall. И чтобы прервать свое падение, она вытянула руки вперед. That impact broke every bone in her hands. И этот удар сломал все кости в ее руках. Her life was safe. Она выжила. But the doctors could not join the bones. Но врачи так и не смогли объединить, соединить все ее кости. They amputated her arms. И они ампутировали ее руки. So now they have put a wooden hand in her body. Ей дали деревянные протезы. And the pastor said. И пастор сказал. Every day the woman regrets doing that foolish act. Каждый день эта женщина жалеет о том, что так глупо поступила. And now she became a believer. Сейчас она стала верующей. So when everybody were lifting up their hands to worship. Все поклоняются, поднимают свои руки. This woman tried to force her wooden hand to go up. И она пытается вскинуть свои деревянные руки вверх. So that she can lift up her hands and worship God. Пытаясь поднять их и поклониться Господу. When I heard this story, I felt so broken inside me. Я когда услышал эту историю, я настолько сокрушился сердцем. A person who has no hands
tries so hard to lift up to worship God. Человек без рук пытается изо всех сил поклоняться Господу. But people with hands don't want to lift up their hands to worship God. А люди с руками эти руки свои не поднимают. How sad. Как печально. So every day look at the works that you have done. Каждый день смотрите, что вы сделали сегодня. Analyze them. Проанализируйте свои дела. And if there be any mud or uncleanness in your hands, и если на ваших руках есть грязь или какая-то нечистота, confess them and ask the Holy Spirit to wash it clean with the washing by the word of God. Исповедуйте это и попросите Святого Духа омыть ваши руки святой Его водой. God bless you all. Till we meet again next week. Пусть Бог благословит вас. Увидимся на следующей неделе.